И снова всем привет! И сегодня хотел бы ответить на такой достаточно едкий вопрос, который мне реально уже достали. Это почему, на мой взгляд, Петруччи не смог сыграть даунстроком Master of Puppets. То есть я думаю, что все это видео видели, где он с Dream Theater играет кавер на эту вещь, и буквально вот на первом же рифе, который... Он засыпается и, соответственно, переходит на переменные, и дальше потом видно по куплету, по всем этим вещам, что он тянет с большим-большим трудом. Если кто не видел, сейчас я вам покажу кусочек. Ну вот, как видите, достаточно плохо у него это все идет. Хотя, естественно, гитарист виртуозный, и темпы, там Master of Puppets сыграется 210-220 восьмыми, примерно в таких темпах. Естественно, он 16-ми переменным штрихом в таком темпе сыграет и сыграет быстрее. Но на самом деле техники просто немного разные. То есть, сейчас поясню. Дело в том, что когда мы играем переменным штрихом, вот у нас удар вниз, вот удар вверх. То есть, по сути, удар вверх – это возврат медиатора в исходное положение, и по пути мы, получается, цепляем струну. Соответственно, если мы играем даунстроком, то там возникает небольшая проблема. Нам уже нужно вернуться обратно, не зацепив струну, и приходится ее огибать. Поэтому технически это немного разные вещи. Вот еще раз переменный. А вот даунстрок. Поэтому сам факт того, что если вы играете быстро переменным штрихом, он вам нормальный даунстрок еще не гарантирует. То есть здесь нужно сидеть и реально вот запариться вот на этом облетающем движении, чтобы не зацеплять струну. Я думаю, что многие замечали, когда практикуют даунстрок, то происходят такие вещи. Когда, например, темп предыдущий не отработан, а человек начинает ускорять, то у него происходят типа такие вот судороги. Вот эти судороги, это как раз оно и есть. То есть, когда не хватает точности, медиатор на обратном ходе цепляет струну. То есть, я такие вещи отрабатывал всегда с четким визуальным контролем. То есть, я вообще не понимаю, как люди отрабатывают и смотрят там куда-то в потолок. То есть, такие штуки, на мой взгляд, нужно видеть. То есть, получается, мы играем, и прямо вот после удара видно, как медиатор отходит от струны и возвращается. А при переменном ситуация другая. Поэтому такие вещи, когда отрабатывать, обязательно смотрите, и будет намного проще все это понять. Поэтому вот так, это не значит, что Петруччи там какой-то дохлый и прочее. Просто, естественно, он, видимо, такими вещами не занимался. То есть та же самая Металлика, она всю жизнь такие вещи играет, но Металлика даже близко там не сыграет какие-то пассажи штрихом, там свипы и так далее. Поэтому вот такая ситуация. Кто чем занимается, у того то и выходит. В общем, если вам нужен даунстрок, помните, что это немного другая техника, практикуйтесь, и все будет нормально. Всем удачи и пока!